кто есть грядущий царь, волнует всех вопрос. Он славянин, пророк, поэт, великоросс, глава Святой Руси и Церкви верный сын. Он православный воин, он христианин. Христос воскресе! Воистину воскресе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Богородица Пречистая, помилуй! Наш православный русский царь-патриарх грядет! Воистину грядет! Аминь! Аминь! Наступило время, когда война грядет необратимо. И когда пройдут страшные войны, обращая в разных странах все живое в прах и пепел, воцарится на престоле великий государь, а Русь вступит в золотой век.